О, великий компьютер, помоги нам! Ребят, всем привет! Как вы догадались, сегодня я буду рассказывать про ChatGPT. И если вы торгуете на маркетплейсах и до сих пор еще не используете нейросети для выполнения разного рода задач, то вы очень много теряете время. И также вы, я думаю, у вас идет перерасход ресурсов. То есть на ту работу, которую раньше человек тратил неделю, там, либо там несколько дней, с помощью нейросети можно сделать за минуту, за две. И поэтому сегодня я покажу, я специально подобрал три товара, где плохой рейтинг отзывов, где много отзывов и много продаж, но плохой рейтинг. Это значит, что с товаром что-то не так. И мы с помощью специальной программы от Helium Review Insights, мы скачиваем эти отзывы, потом просим ChatGPT прям по-русски, прям можно написать ему, проанализируй эти товары, посмотри, на что жалуются покупатели, и потом предложи, что нужно сделать, чтобы улучшить товар. И таким образом мы за минуту уже получаем список именно наших предложений, как по улучшению товара, да, чтобы мы потом взяли, пришли к поставщику и сказали, смотри, мы хотим заказать у тебя товар, но мы знаем, что есть такие-то минусы. Пожалуйста, можешь их исправить, либо что нужно сделать, чтобы их исправить. И потом уже общаемся с поставщиками, да? Заказываем сэмплы, образцы, ну и проверяем качество. Итак, поехали, давайте перенесемся за компьютер. Смотрите, товары эти нашел сегодня. Я их не выбирал, просто нашел товары в поиске. Поэтому товары некоторые, может быть, вам даже понравятся, может быть, вы их запустите. Да, вот первый товар это у нас Kitchen Shredder. Это измельчитель курицы. На товаре здесь 2614 отзывов. Видно, что это бестселлер, да, то есть, ну, он в первой выдаче. И видно, что на товаре больше 10 тысяч продаж в месяц. И на товаре рейтинг, как я и говорил, 3,7. С помощью Review Insight мы сейчас скачаем эти отзывы. Чтобы их скачать, вам нужно расширение, чтобы Helium стояло. И здесь сверху вы нажимаете Review Insight. Вот он, Review Insight. Вот он прогрузился. Здесь получается на товаре 554 отзыва. Если посмотреть на сам товар, то видно, что рейтинга 2614, а отзыв 544. И поэтому мы качаем вот такую вот таблицу. И сейчас с этой таблицы мы идем в ChatGPT для анализа. Заходим в ChatGPT. Вот я до этого тут уже делал, рассчитывал все. Смотрите, вот мы загружаем таблицу. Просто вот здесь есть кнопочка «Загрузить файл». Прикрепляете файл, и потом ему прям можно по-русски написать. Проанализируй отзывы на товар и посмотри, на что чаще всего жалуются покупатели. Распиши основные причины, потом напиши, как все можно это исправить. И здесь он начинает анализировать и пишет. Первое. Неэффективность в измельчении курицы. Чаще встречаются фразы, такие-то, такие-то, свидетельствуют, что инструмент не выполняет основную задачу. Это первое. Потом второе. Плохое качество материалов. Покупатели жалуются на то-то, то-то, указывая на низкое качество пластика, из которого изготовлен продукт. Потом третье. Неудобство в использовании. Некоторые упоминают, что устройство трудно использовать и такие-то слова. Это может говорить о проблемах в конструкции и эргономикой. Четвертое. Несоответствие ожиданиям. И здесь он дальше говорит, как исправить. То есть, как исправить ситуацию? Улучшить конструкцию для эффективного измельчения. Потом второе. Повышение качества материалов. Третье. Оптимизация для удобства использования. И четвертое. Корректировка маркетинга в реальных ожиданиях. То есть он здесь показывает, что может быть добавить видеоизображение, показывающее реальные результаты, да, чтобы люди не думали, что на картинку повелись, а там на самом деле не так. Это мы разобрали первый продукт. Следующий продукт. Вот такой электронный. Электронные такие лампочки. И, как я понял, эти лампы везде используются. И на автомобиле, и на мотоциклах, и дома даже кто-то он для квадрокоптера используется в кемпинге. И здесь также на лампочках, смотрите, 245 рейтинга, отзыв на самом деле, конечно, меньше. Видно, что товар продается, 7000 единиц в месяц. Тоже видно, что это бестселлер. И тоже видно, что рейтинг 4,7. Да? Это означает, что какие-то проблемы с пластиком. Также через Review Insight мы качаем отзывы, потом идем в ChatGPT. То же самое, прогрузил таблицу сюда и также по-русски ему написал,
проверь качество товара, посмотри, на что жалуются. И поехали. Вот первое, на что жалуются покупатели. Проблемы с батареей. Многие пользователи жалуются, что батареи очень часто разряжаются. Это особенно актуально для тех, кто ожидает более длительного времени работы в использовании замены батареек. Потом второе, проблемы с пультом управления. Потом третье, качество света. И четвертое, низкое качество материалов. Некоторые пользователи отмечают такие-то характеристики. И здесь он также предлагает, что нужно сделать, чтобы товар улучшить. Да? То есть сразу написать поставщикам. Увеличить емкость батареи, усовершенствовать пульт управления, повысить качество сборки ламп, обновить материалы. То есть смотрите, мы всю эту работу сделали меньше, чем за 2 минуты. Раньше бы на эту работу у вас бы ушло 3-4 дня, понимаете? Вот каждый отзыв сидеть, вчитываться, потом записывать, делать таблицы, да, то есть за что хвалят продукт, за что ругают. И то есть это все-все-все, это надо было делать вручную. Сейчас это просто нажал две кнопки, загрузил, посмотрел себе сразу результаты, отправил это поставщикам, все. Всю работу сделал, блин. Осталось сколько времени. Так, поехали дальше. Третий продукт, вот такие штуки, как типа лимонад. Написано, что это в бутылку вкручивается, да, видите, в бутылку они вкрутили и дает такой фруктовый вкус. И здесь тоже на продукте, смотрите, 25 отзывов, точнее рейтинга, то есть отзывов еще может быть меньше. Рейтинг 3 плохой и продаж в месяц 2000, более 2000 продается в месяц, поэтому это очень хорошие показатели. Также качаем таблицу с отзывами, идем в чат GPT. Да, вот он наш товар. То же самое также, видите, вставил таблицу, написал, проанализировать отзывы. И первое, на что покупатели жалуются, здесь написано плохой вкус. Покупатели жалуются на то, что вкус продукта ужасный, искусственный или неприятный. Некоторые упоминают, что вкус слишком химический или вообще не соответствует заявленному. Проблемы с системой подачи жидкости. Несколько отзывов указывают, что картридж сложно использовать, или забирается, или плохо подается жидкость, что делает процесс питья некомфортным. Третье – несоответствие вкуса ожиданиям. Четвертое – качество продукта. Поэтому вот такое подготовил для вас видео. Показал, как пользоваться чат-GPT. Чат-GPT реально экономит кучу времени. И это я только показал маленькую часть. В следующих видео я тоже буду показывать, как его еще можно использовать, да, для поиска продуктов, там много разных фишек. Любые данные, где есть таблицы какие-то для анализа, либо для просчета каких-то результатов, вы можете использовать чат-GPT, чтобы он вам построил графики, чтобы вам он сделал то-то, то-то, проанализировал, там сделал фотографии, либо еще. То есть много, это как, знаете, грубо говоря, можно, один человек может заменить, там, я не знаю, целый отряд, да, там, либо менеджеров, либо каких-то дизайнеров, да, но главное понимать, как он работает, этот инструмент. Поэтому вот такое было полезное видео, смотрите. Вот здесь оставлю телеграм, если есть какие-то вопросы, пишите. Ладно, всем пока.